А вот эти вот перестрелки и моя беготня в неправильном направлении приводят к небольшому количеству очков. Так. Но фриков убивать заранее можно. Так удобнее. Нормально. Но пока чисто такой отстрел бегущих фриканов. Болит. Я немножко это вот сейчас привык к управлению. До этого я 100 лет не играл, блин. Сейчас. Ну все, побежали на первую. А, вот, патроны, кстати. Хотя можно было их не брать, но зря я их взял. Ну ладно. Еще и не убил, наверное, фриканов. Надо бежать на первую точку, сейчас будем выжигать фриков. Запоминаем, что вот здесь вот есть тоже. Блин, а что так? Куда вы тут взялись-то уже? Не пойму. Что за приколы? Они меня отжали, короче. Я побежал в одну сторону, они за мной в другую меня окружили. Ну ладно, я тогда взорву вас. В принципе, не против. А пробежимся еще раз по дороге. На первой точке они меня тут, видите, подрезали, негодяи. А вон там аптеку сейчас отожмем еще. Я думаю, будет нормально. Так, пробегаем вперед. Берем аптеку. Залетаем в дом. Так, у нас тут сейчас надо коктейль Молотова применить, наверное, да? Да, я попробую сейчас поджечь. Кинуть манок. В прошлый раз делал. Кинуть манок. Манок закинул. Закинул. Главное, чтобы со спины не обошли. И будем убивать их в доме как можно больше. Так, может быть, даже туда фугасик какой-нибудь забросить. А это... А ты откуда вылез тут? Да блин. Почему я не то оружие взял вообще? Ой, фриканов толпа. Блин, я вас в доме должен убивать. Почему вы вылезаете через дом-то? Мне кажется, спину уже отходит. Орут где-то там. Так, ладно, не то сделал. Сейчас вернемся в зону. Надо убивать их с помощью бочек и вот этих вот всяких штукенций. Так, ладно. Угу, баллоны. Надо бочку отвести. Бочка, наверное, не проскочила. Тварь какие. Блин, уже зона свернулась. Ну ладно. Да это как-то это жестко, они прям фрики совершенно другие, какие-то более агрессивные, что ли, я не знаю, чем в других испытаниях. Попробуем по головам поработать. Зону плохо первую отыграл, честно скажу. Вот честно. Где-то патроны здесь были в прошлый раз, вот они. Я их забираю. Так, ну ладно. Если уж первую зону отыграл не очень, тогда мы сейчас попробуем хотя бы здесь взорвать их с помощью вот всего вот этого вот барахла, что здесь валяется. Давайте, лезьте. Вот, хорошо уже. Это тоже неплохо. А теперь сваливаем. Так, где-то еще баллон тут какой-нибудь надо найти. Надо реализовать все бочки, которые тут есть. Ох ты, заражение, серебришка уже упала. Хорошо. Надо вторую зону более-менее качественно отыграть. Надо посмотреть, что нужно сделать. Убить врагов при помощи кислородных баллонов. Так, убить врагов взрывчаткой. 100 нужно убить. У меня уже 66 есть. Клаустрофобия. 49 я убил, надо 100 в доме. Ну, это для бронзы, конечно. А, или уже была бронза, не помню. И убить врагов в пределах зоны 400. Ага, нормально так. Как насчет метро исход? Будет в следующей тройке игр, наверное. Спасибо за розу. Это будет резня. Здорово. Привет, привет, Сочи. 93, привет. Так. Павел Егоров. Здорово. На ютубе вижу. Привет, ребят, всем привет. Побежали. В следующей зоне, наверное, да? Так, а вот еще бочка-то неиспользованная бочка. Блин, они сзади обходят, что ли? А, эта бочка неиспользованная, но они уже сзади были вылезли меня. Не помню, где она стояла. Это здесь? Блин, ну тут как-то не очень, да, пошло все. Попробуем бахнуть их. Там разберемся. Так, вот взрывчаткой взорвал. Да, работает. Хорошо. Значит, фугасиками сейчас будем их отрабатывать.
Хорошо, хорошо. Так, у меня... А, вот еще. Тут почему-то сигнализация какая-то на тачке. Это зачем? Типа фриков отвлекать, что ли? Я думаю, это не прокатит. Так, в этом доме должны быть. Так, так, так. Если я правильно понял, то в этом доме у нас следующее гнездо. Нет, дальше, дальше, дальше. Аптеку-то я отжал, я не помню. Да, отжал. Отлично. Аптека есть. Че, я бросил? Ну что, манок бросил? Молодец. Только я сделал это зря, наверное. Хотя, в принципе, нормально будет. Так, а вот теперь, нам надо сжигать этих тварей в доме. Так, я не помню, где здесь это гнездо. Черт, где оно? Вот оно. И здесь манок опять надо будет закинуть. Ладно, бомбу тогда закину, что ли. Патроны возьму, пока я здесь успеваю это забрать. Хорошо, а патрончики взял. Так. Надо в доме убить их как можно больше сейчас. Пока получается. А теперь сваливать. Как можно быстрее. Какие мне еще варианты. Попробуем сжечь их. Блин, нет, жалко. Хотя... Нормально. Пойдет. Че жалеть-то? Нам надо все тратить. Максимально больше. Да-да-да-да. Я не знаю, откуда пойдет вторая толпа. Вторая партия приконов. Тут как-то их мало стало, видно. Я поубивал большую часть. Вон они бегут. Ой, фрик полетел куда-то наверх. Я вроде его туда не отправлял. Ну ладно. У нас есть еще взрывчатка, ловушки. Но что-то я не понял, она не попала в них, что ли? Как будто никто не умер. Так, ладно. Сейчас, друзья, чаты почитаю, ютубовские, троллские, чуть попозже. Тут бикс, что происходит, я ничего не могу сделать. Слишком много фриков. А, черт возьми. Бухать, ты прав. Черт бы побрал. Хорош. Так, а что у нас по взрывчатке? 200 врагов взрывчатку убить. Я думаю, сейчас у нас все получится. Погнали, погнали, погнали. Надо как можно больше их, чтобы бежал за мной. Ну, взрывчатку. Так, отлично. А вот теперь через забор. Через забор. Разворачиваемся. Поехали. Но они как-то слишком хитро меня обходят. Со всех сторон. Как прям в окружении. Даже хуже. В окружении я немножко привык, а здесь я плохо знаю местность. Чтобы можно спокойно от них удирать. Так, ладно. Вроде тут все чисто. Вроде бы. Так. В каком-то доме Шок написал, что есть IDF. Я не знаю где. Поэтому стреляю с того, что... Ой, нет, это не то. Чем мне нужно было? Баллон, баллон, баллон. Быстрее. Хорошо, баллон заработал. Отлично, надо убегать отсюда, иначе я сдохну. Офигеть, что-то какая-то жесть просто творится, я вам скажу. А почему так? Миллион фриков просто, надо как-то по бошкам стрелять, попробовать их ППшки восстановить без использования аптеки. Хотя бы часть. Блин, они меня везде пойти хотят. Это мне не нравится. Так, 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 что у нас тут? Будем отбиваться от забора. Попробуем вот так. Может отступать уже к этой, как считаете? Надо отступать. Блин, заправки. А я... Че, у меня какие варианты? Бомбу-манок можно использовать. Так, клаустрофобия. Вот здание я их не убил. Надо, наверное, манком сейчас в здании их убивать. Попробуем, попробуем. Сейчас, 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 сейчас. Сначала мы... Надо... Блин, патронов тут нету. Ну, вот в этом месте именно. Ты что встал-то, блин? Ай, тупица. Нормально. Так, у нас дальше баллон. Нет, нет, баллон, наверное, оставим. Надо сейчас... Нам надо сейчас бомбу закинуть. Сделать зону. Патроны! Блин, надо забрать. Вот это кайф. Патроны нашел. Отлично. Ой, а фрики здесь. Зачем я это бросил? Хорошо. Хорошего ничего нет, конечно. Ну ладно. Побежали. Надо в зоне убивать фриканов. Блин, зачем я в бочку-то пальнул? Ну ладно. Это был просто такой шальной выстрел. Как получилось, так и выстрел. Ладно.
Я не пойму, я в зоне еще? О, черт! Что здесь творится? Блин. И как мне здесь отбиваться? Я что, манок последний выбросил? Вот я дурак. Ладно, что-то я выбросил. Да, я манок выбросил. Тупица. Блин. Блин, а я успею перезарядить? Они меня не обходят сзади почему-то. Вы заметили? Смотри, сзади нету. Они не могут залезть, что ли, сзади? Это кайф. Слушайте, клевое место. А мне придется падать. Как бы я не хотел здесь выжить. Придется падать. Попробуем сейчас, знаете, что сделать? Бомбу с датчиком поставить. Там их много. Сейчас, я думаю, прям хорошо упадет триконов там. И еще одну. Тоннель, куда мне их девать, эти бомбы? Надо тратить. А возможно, мы сейчас можем даже поставить их здесь. Вот. Ого, я просто невероятный тактик. Просто супер. Мозг. Шучу, конечно. Так, ну вроде да, там, ну-ка, сколько мы в здании убили? А, с клаустрофобией 125, а мне взрывчаткой надо 295 убить. А у меня все кончилось? Да, походу все. Так, ну ладно, давайте мы, знаете, сделаем сейчас. Бежали, ты что встал? Да ты иди уже. Вот какого черта? Черт, надо как-то это отступать. Погодите, погодите, сейчас попробуем. Поехали. У нас, кстати, офигенная это... Сейчас здесь я набрал очень большое количество. Блин, ну здесь вот опасно. Здесь, конечно, очень опасно, как они поджимают. Их очень много стало. Их очень много. Я не знаю, куда мне бежать. Я пытаюсь обойти их как-то по бензоколонке, но... Мне кажется, от бензоколонки надо сваливать, честно говоря. Бежали в другую зону, по мосту вернемся. Но потому что это нереальная тема, что-то их дофига. Мне остается два коктейля, и мне надо восстанавливать бег. Хотя бы как-то. Да, надо уходить. Они меня с колонки сейчас могут просто уничтожить. Да, там осталось две зоны. Это как бы ерунда. Так, 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 так. Я вон ту могу выжечь. Вот здесь вот. Ее выжечь и убить фриков в доме. Попробовать, да? Я уже давно сбился со счета, что я делаю, что я не делаю. Ну, в плане того, что патронов нету вообще. Вот это плохо. Патроны мне нужны. Я уже все патроны растратил, мне кажется. Бочка, бочка, бочка. Кайф. Вот это хорошо, что бочка не была. Так, ребят, чат почитаю, как только закончим сейчас вот эту штуку. Вы сами понимаете, в испытаниях отвлекаться смерти подобно. Так. Ну, всем спасибо, кто не забывает прожимать лайкосы. И на крова смотреть стрим. Так. Хорошо. Ну и на ютубчике я тоже читаю чат. Пишите, 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 все прочту. Так. Я не знаю, надо где-то патроны искать. Это не патроны. Надо по домам шариться. А у меня очень мало осталось, кстати, этого. Времени. Времени мало. Черт. Время-то улетает. Фриков-то не убиваю, а время летит. Еще время заканчивается быстро. Чем мне вот их убивать? Я не знаю. Кажется, у меня все закончилось, честно говоря. Где-то патроны должны быть. Хотя бы... Вон, вон патроны. Букарь, букарь, букарь. Хватай. Отлично. Красавчик. Так. Блин, я выбросил. Ладно, пофиг уж. Ай, ладно. Теперь я зону не подожгу. У меня нету коктейля молотва. Мы будем без зоны играть, в принципе. Ладно, у нас и так нормально идет. Так, ладно, может быть, где-то в каком-то доме еще найдем коктейль, ничего страшного. Не переживаем. Так, у нас... А у меня нет ничего больше. В принципе, все заканчивается. Давайте в этот дом шмаганем, посмотрим, что у нас здесь. Патроны, кайф. Так, надо изучать местность. Я плохо знаю местность в этом испытании. Будем учиться. Офигеть, что-то творится вообще, жесть. Так, в этом доме, возможно, коктейль молотого найдется. Или я здесь был уже? Патроны? Слушай, да я вообще разжился патрончиками. Это кайф. Можно продолжать убивать триконов. В большом количестве. Так, бежим, бежим, бежим. Через забор могу перелезть? Отлично. Блин, а вот это задница. Я тут могу сдохнуть. Сейчас быстрее. Надо возвращаться на заправку. Возможно, там есть какой-нибудь коктейль. Мы сможем его взять.
Так, что у меня есть вообще? У меня ничего нету. У меня все кончилось. Так, ладно, патроны. Главное, патронов много. А вот, конечно, каких-то гранат или чего-то похожего вообще не осталось. А это плохо. А вот еще патроны. Ну, мы их потом возьмем. Сейчас пока они не нужны. Меня больше интересует, что я могу найти в этом здании. Именно прям в середину залетаем. Тут тоже есть патроны, есть граната. Гранаты есть? Ух ты. Так, а что еще? Так, ладно, вроде пока ничего. Можно наверх залезть, но мы... Блин, они нас оттесняют уже. Побежали, побежали, побежали. Гранату надо бахнуть. Хоть она и одна, но будет здорово. Это же граната. Бимба. Так. Залезаем опять на этот... Вот на второй полезу. Я знаю точно, что они здесь не могут залезть. Будем отбиваться сейчас. Сейчас отобьемся, черт возьми. Свалился, вот дурак. Отбился, называется. Так, ладно. Извините, приканы, я не хотел. А, слушайте, там... А, вот здесь вот у нас что-то можно взорвать. Вот тут есть бочка, а здесь есть вот такая штука. А что такое это? Надо где-то выход найти. Второй этаж еще? Я не знаю, что на втором этаже. Возможно, мы сейчас будем проверять, что там есть. Да ты не то оружие взял. Блин, придурок. Нормально идет. Плохо. Так, ну что, попробуем? Попробуем. Еще разочек. Дубль 2. Дубль 2. Попробую залезть опять на... Попробую залезть на него и не свалиться уже в этот раз. На бензовоз. Они сзади не могут залезть на коны. Что облегчает мне их уничтожение. Они хорошо тут валятся прям. Нормально, пока держимся, надо по башкам стрелять. Я, единственное, я перекат не могу здесь сделать. Могу попробовать, конечно. Но это чревато, потому что я свалюсь, и они меня убьют. Орда здоровая. Просто красивая орда. Я думаю, надо возвращаться. Попробовать патроны взять вот там. А хотя, у меня, в принципе, патронов-то еще 160, даже больше. Ну да, 160. Ребят, не могу прерваться. Я хотел бы прерваться, но скоро... Но они меня поджимают. Так где этот баллон? Взрывайся. Есть, кайф. И еще бочка одна есть. Ну все, великолепно просто. Обожаю эту тему. Плохо. Я понимаю. Так, бежим, бежим, бежим. В принципе, можно провернуть нашу тему еще разок, залезть наверх, но у меня патронов маловато. Мне надо где-то их отжать. А где там лежали патроны? А, все, вспомнил. Сейчас тогда их заманиваем здесь. Пробегаем потом в заправку. И пробуем отжать патрончик. Хорошо, идет прям вообще великолепно. Так, а что у меня по оружию? Че взял-то не то? Идем. Да, как бы меня не сожрали тут, пока я бегу за патронами. Может быть, отступить? Как считаете? Так, ну патроны я возьму сейчас, которые вот здесь вот валялись на уголке. Тут вот, да, коробочка была как раз. Я думаю, надо отступить от заправки, потому что уже фриков тут миллион собрался. Мы отступим, сейчас попробуем еще один какой-нибудь дом зачистить, посмотреть, может там я найду какие-то излучатые вещества. Так, так, пока отступаем, отступаем. Бег еще у меня пока есть. Пытаюсь его накопить. Нахожу патронов, ящик. Залетаю в ближайший дом. Если я залечу, будет здорово. Так, отлично. Смотрим, смотрим, быстро-быстро проверяем все комнаты. Так, ничего не нашел. А где пап нету? Надо сваливать. Они уже тут мне объясняют, что я зря залез. Так, бежим дальше. По башкам. Так, получил морду. Один удар, у меня хп сразу вылетает в большом количестве. Может быть, вот этот левый дом проверить? Я вот не помню, в нем что-то было. Так. Нет, я отсюда, походу отсюда все вынес уже. Все, что мог, я отсюда вынес. А, вон еще патроны лежат. Попробую взорвать эту бочку, если получится. Хорошо, прошло. Вроде попал. Аккуратно так. Так, ну я думаю, на всякий случай я отхилюсь. Да, надо отхилиться. Так, а здесь у нас... А, ну тут нету ничего. Да,
хотел найти какой-нибудь коктейль, чтобы запалить еще одну зону. В этом доме нет. Не успеваю сориентироваться, по домам пробежаться. Крики лезут отовсюду, надо просто успевать еще не поворачиваться со всех сторон. Блин, они, конечно, мне тут выдают так. Не слабо. Ребят, не забывайте, у нас ящик сегодня разыгрывается в плане того, что мы просто... Вам нужно стоит просто подписаться на канал и просто ждать окончания розыгрыша. Я понимаю, что шанс низкий, но... Просто у нас нет смысла сегодня ящики создавать на ману, потому что 100 тысяч мы все равно не берем. Вот. Блин, не знаю, что в этом трупе, не стал шариться, потому что теряю время. Давай туда, прям в окошко. Поэтому подписывайтесь. Вот второй ящик через 2 часа мы сделаем. Посмотрим. Вот там, может быть, что-нибудь на ману сделаем, чтобы был шанс выиграть. У тех, кто... Блин, я, походу, сдох. Могу вырваться? Нет, не могу. Я, походу, да, отваливаюсь. Хотя... Смотрите, 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 смотрите. Успеваю. Нет, не успел. Ну, дома пошел шарить. Так, ладно. А что у нас тут? Лен, привет. Никита Бараков, здорово. Павел Егоров, я здорово. Собрать окружение, заражение, пройти ни к голоду не могу. То окружат, то счетчик плохо держу. СТО, привет. Уже полчаса сидите без меня. Здорово, дружище. Если будет вторая часть, хотел бы там большой город. Конечно. Пробеги по сгоревшему гнезду, удваивают пункты. Да, я не знал. Так, ну слушайте, рекорд новый. У меня было 600 тысяч, сейчас почти 4 миллиона. Легко? Легко. Поэтому проходите так же. Я думаю, у вас все получится. Кайфовое испытание. Теперь вы знаете, как набирать здесь большое количество очков. Если не тупить, как я, не забегать в дом. Если бы я бегал дальше по кругу, ну, по местности, носился бы. В принципе, можно и побольше насобирать миллионов. Но это мой реальный рекорд. Мои 600 тысяч прошлые, это вообще смешно по сравнению почти с 4 миллионами.